Всем привет! Итак, друзья, у меня есть новинки 15-го каталога, который совсем уже скоро запускается. И нам стоило бы, конечно, уже начать говорить о самом крутом продукте 15-го каталога, ну вот как по мне. Это тоналки. Суперстойкие. Стойкость 24 часа. Я их тестировала, я с ними уже ходила, поэтому мне есть что рассказать. И у меня есть 4 оттенка, сейчас посмотрим, где какой. Где и как лучше подходит. Итак, по стойкости, по текстуре, что это такое и для какого лица эти тоналки подойдут лучше всего. Начну с того, что у меня не сухая кожа, у меня нормальная комбинированная кожа, для которой не нужно там что-то выбирать и придумывать и использовать кучу увлажняющих средств для того, чтобы хоть какая-то тоналка держалась. Если, например, такая проблема у вас есть, вы понимаете, что у вас сухость просто кожи зашкаливает, ну как-то сначала пролечите кожу, а потом обращайтесь к матовым тоналкам, потому что эта тоналка, она матовая. И если у вас сухая кожа, она будет вот эту сухость, матовая тоналка, подчеркивать еще больше, прямо с шелушением будет выскакивать. Поэтому, ну, сначала пролечите, возьмите, очень классные средства есть и у нас, NU Distillery, кстати, новая линейка вообще шикарная. Я вот сейчас пользуюсь, только перешла на Distillery, и я очень довольна. И об этом мы еще с вами обязательно поговорим, но... Значит, сначала вам нужно пролечить кожу и, естественно, пролечиться изнутри. Больше воды пейте, как минимум. А если у вас нормальная кожа, комбинированная кожа или же жирная кожа, то, в принципе, почему бы и нет? И вот это вам тогда идеально подойдет. Мне такая тоналка подошла. Я была мега довольна, потому что она действительно суперстойкая. Когда я одевала, сейчас же зима, да, это шарфы, это куртки, это шапки. И когда я все вот это вот на себя одела с этой тоналкой, то у меня как бы шапка не была вся в тоналке. Шарфик вот здесь был чистый, и это для меня новость, потому что обычно это все становится белое. И, мягко говоря, выдает тебя, что ты накрашена. А вот с этим продуктом эта проблема решается максимально. Итак, давайте теперь по оттенкам посмотрим. В наличии в каталоге очень много оттенков. По-моему, 10, точно не помню сейчас, каталога нет под рукой, поэтому посмотреть не могу. Но при этом могу вам сейчас 4 оттенка точно показать. Самые распространенные, те, которые больше всего нравятся людям. Напомню, что я обычно беру для себя какой-то натуральный беж или просто натуральный. И мне в этой линейке натуральный беж подошел идеально. То есть они полностью соответствуют предыдущим нашим тональным кремам, поэтому подобрать будет совершенно несложно. И тем более на эти тональники есть пробник на каждый оттенок, поэтому вот прямо рекомендую. Сначала возьмите пробник. Вот, натуральный беж. Он самый темный из всех, которые есть у меня, и мне он подошел лучше всего. Так, его из дозатора вылазит довольно-таки много. Сейчас буду вам показывать вот тут. Тут лучше всего ж... Сразу буду смывать остатки. Тут лучше всего будет понятно. Он очень хорошо, прямо идеально наносится как рукой, так и вот этой помпочкой, так и кисточкой. Разглаживается, наносится очень хорошо. Давайте сразу смотреть остальные оттенки. Кстати, кому интересно, вы можете приходить на мои бьюти-встречи, уточнить, когда будет проходить бьюти-встреча. Вы можете написать мне личное сообщение. Вот видите, это уже для меня светлый оттенок. Это у нас Light Ivory. Ivory, Light Ivory. Вот. Напишите мне, я вам скажу, где и когда будет проходить бьюти-встреча. Я такие провожу. Вот это вот все, что у меня есть, это для таких встреч, чтобы люди могли прийти, попробовать, потрогать, выбрать себе оттенок, в конце концов. В общем, это у меня все для работы. И вам, я же с вами поделюсь таким добром. И смотрите, она очень хорошо адаптируется. Даже если вы немножко прогавили, взяли себе немножко не тот оттенок, посмотрите, насколько Ivory прям вписался в мою кожу. Я вижу, он прям сливается, начинает сливаться. Очень интересная штука. Я, кстати, на это не обратила внимания в прошлый раз, когда тестировала. Ну, как-то так.
Дальше смотрим, у меня light beige. Light beige, пробуем вот сюда. Тоже он мне светлый, это не мой оттенок. Light ivory еще куда ни шло, light beige, как ни странно, наоборот все. То он мне довольно-таки белый. Но опять же, смотрите, как он быстро меняет цвет и адаптируется под мою кожу, независимо от того, подобрала ли я правильный оттенок. Посмотрите, вот мы красили, он прям был белый-белый. Вот здесь вообще. Если кто не знает, почему именно тут я пробую, потому что тут лучше всего пробовать, если вам не подходит тональный, его вот здесь лучше всего потом перекрыть другим. И последний оттенок, который у меня есть, это нюд. Так и называется. Просто нюд оттенок. Посмотрим сейчас, как он адаптируется. И сейчас сразу проверим все это добро на стойкость. Пройдет пару минуточек для того, чтобы оно хорошо впиталось, засохло. И еще пару слов от меня. Мне сама стойкость этого крема, конечно, очень зашла. 24 часа я, конечно, его не тестировала, потому что я не изверг, не могу издеваться так на своей коже, что 24 часа ходить с тональным кремом. Но все же пишу 24 часа стойкости, и почему бы и нет. Очень интересная, красивая и стильная упаковочка, стильный дизайн. То, что я всегда люблю, чтобы было красиво, чтобы это было не стыдно поставить или достать где-то в каком-то интересном каком-то месте, в кафе, в том же самом подкраситься. Смотрите, как ню тоже адаптируется под мою кожу. И они уже все как будто слились воедино. Очень интересная вещь. Это, кстати, очень комфортно и удобно, когда ты чисто случайно берешь себе не тот оттенок. Ну что, давайте проверять на стойкость. Что оно, как оно? Будем проверять ватными дисками. Они белые, и на них лучше всего видно. Начнем с самого первого. Так, ватный диск у нас белюсенький. Ребята, я прям кайфую, потому что... Ну и Ivory у нас меньше всего продержался. Давайте посмотрим его. И, кстати, он вообще не отпечатается. Ну, давайте, чтобы наверняка, мы попробуем вот так его прям скатать. Вытереть. Чается. Но это ли не счастье, когда ты понимаешь, что если будет у тебя вот здесь вот так вот полностью одет белый шарф, да, мы же белый шарф не будем вот так тереться. Хотя я вот уже второй части труси, тут уже тоже практически ничего не остается. Но при этом мы понимаем, что если будет белый шарф, да, сейчас давайте возьмем еще одну сторону этого диска, вот, мы будем вот так ходить. И когда где-то придем в какое-то кафе и снимем белый шарф, он не будет желтым. И вот это очень важно для меня, потому что сколько раз уже такое было, и это вот прям так надоедает, когда, ну, некомфортно, неудобно себя чувствуешь. Ну, блин, вроде как бы нормально, все понимают, что все красятся, но все равно, ну, как будто у меня грязный шарф. Это некрасиво. Ну, а сейчас вот это я очень довольна, что есть такой продукт, что компания Avon запустили такой крутой бренд. Бренд называется Power Stay. Это и помада у нас есть Power Stay, и тушь Power Stay, и теперь еще тонны. Подписывайтесь на канал, если вы еще не в Avon, обязательно открывайте инфобокс и уже подписывайтесь, потому что там есть ссылка на то, чтобы стать представителем компании Avon, брать себе все вот это добро со скидкой просто для себя. При этом вы можете зарабатывать, можете не зарабатывать, а просто покупать для себя это все. У вас есть все в открытом доступе. Поэтому жду вас всех в своей команде, а на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч!